В детских лагерях Челябинской области усилят меры безопасности после теракта в Санкт-Петербурге. Теперь все школьники перед началом смены обязаны будут пройти специальный инструктаж по безопасности. Детям объяснят, как вести себя при обнаружении взрывного устройства или подозрительных сумок. Такие же лекции прочтут вожатым и педагогам. Надо соблюсти абсолютно все меры безопасности, предосторожности, соблюсти все требования, которые предъявляются к организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей. Все лагеря обследуют на предмет антитеррористической безопасности. Комиссии проверят тревожные кнопки и соблюдение противопожарных требований. Отмечу, что в этом году 250 тысяч детей Челябинской области отдохнут в лагерях. Загородных, городских, санаторно-курортных. Почти 6,5 тысяч школьников получат бесплатные путевки. Это дети из малоимущих и многодетных семей, а также те, кому необходим отдых по состоянию здоровья. Во всероссийские лагеря, например, Артек и Океан, отправятся около 800 школьников. Это ученики-активисты, которые проявили себя в творчестве. Цены на путевки в этом году колеблются от 11 до 36 тысяч рублей. Родители могут сэкономить часть затрат за счет бюджетов. В Челябинске семьи могут получить субсидию 5 тысяч рублей, в других городах и районах 9,5 тысяч. Для того, чтобы получить путевку с субсидией, родители должны выйти на сайт Комитета по делам образования города Челябинска. Там будет вот сейчас уже баннер «Летняя оздоровительная кампания». Найти лагерь, перечень лагерей, куда направлена эта субсидия, позвонить и приобрести путевки.